Сегодня для хлеборобов каждый солнечный день на вес золота. Одними из первых в регионе вышли на уборку зерновых культур хозяйства Меликесского района. В настоящее время, как видите, уже приступили к уборке урожая 2017. По намолоту, если брать, урожайность составляет 33% с гектара. Это уборка идет озимой пшеницы. Урожай сформированный по просчетам, если мы считали, когда прошел ураган, порядка 150 тысяч тонн зерна получить. Но смотрим то, что полеглось и где-то зерно встало, как зерна будет больше. И все зерно мы все полностью уберем. Лидером по уборке озимой пшеницы в районе является ООО «Агромаяк». В хозяйстве общая уборочная площадь составляет 18 тысяч гектар земли на полях поселка Дивный и села Александровка Меликесского района. Здесь произрастают подсолнечник, ячмень, рожь, кукуруза, пшеница. На сегодняшний день уже мы в закромах заложили где-то порядка 3600 тонн. Это за два дня. Более-менее, так сказать, нормальной работы. Но вчера прошел дождь, немножко, так сказать, темпы снизились. А сегодня, ну, идет все полным ходом. Урожай хороший. Вот, где-то средняя урожайность идет на сегодняшний день, ну, от 42 до 45 центнеров. Главный агроном хозяйства тоже подтвердила, что урожай будет большой. В среднем 45 центнеров с гектара. Правда, качество зерна, как показали пробы с одного поля, ниже, чем в прошлые годы. 4-5 класс. По словам ученых НИИ сельского хозяйства, всему виной сырая погода. Год у нас очень необычный был. Столько осадков и до сих пор не прекращается. Сходы, ну, не радовали озимых весной. И изреженность какая-то была, и непонятная, и очень много влаги было. И не думали, что будем получать такой урожай. Хвалят урожай и немногословные механизаторы. Они в страду трудятся почти по 16 часов в сутки. Как в этот год урожай такой хороший. Убирай, убирай, одно удовольствие. И в бункер сыпется, и так нравится. Комбайн новый, третий сезон такому. Кондиционер, все, пожалуйста. Все условия для труда. Главное не только быстро собрать урожай, но и сберечь его. В Агромаяке зерно все свозится на два современных зерновых тока. Весь урожай с поля сразу обрабатывается, его просеивают от мусора, если надо, сушат и складируют. Благодаря этому минимизируются потери. Сейчас они составляют меньше 3% по всему предприятию. Подсчет урожая в хозяйстве ведется автоматически. Машина с зерном заезжает на весы, данные передаются в головной офис. При всем желании ни весовщики, ни руководители не смогут исказить данные, сколько хлеба поступило. До конца уборки озимых культур осталось не так много времени. Борьба за урожай идет ускоренными темпами. На сегодняшний день уже 8 районов региона приступили к данным аграрным работам. Ход уборочной кампании находится на особом контроле губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и правительства региона. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.